Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно я начал играть на Рыцаре Смерти. Решил его вкачать помимо своего основного персонажа, воина, и, скажем так, научиться на нем играть и использовать его при прохождении каких-либо высоких ключей. Сегодня мы сводили рейд в Цитадель Ночи героической сложности, гробницы Саргераса нормальной сложности и гробницы Саргераса героики. Убили трех боссов, но там, люди по личным ошибкам своим уже не могут дальше убивать боссов. Слишком, видите ли, сложная тактика. Нельзя вынести дебаф на сестрах. Ну да ладно. Сходили сегодня ключик, полутал первую легендарочку. Доволен. Вообще классно на самом деле. Ну, зачарю и все будет хорошо. Выключил стрим. Начал делать локалки. Ну, чем еще занять себя в полшестого ночи? Нафармил 100 припасов. Думаю, сейчас вскрою сундучок. Вскрываю сундучок, как вы это в чате можете видеть. Лутаю легендарный пояс. Вторая легендарка на Рыцаря Смерти. С периодичностью, да не знаю, часа, наверное, в 4. Или в 3. Знаете, сколько у меня всего на ДК наиграно? Я вам сейчас покажу. Время игры на этом уровне 1 день, 5 часов, 6 часов. Короче, 30 ровно часов у меня наиграно на моем ДК. Результат. 911,5 эквип. Хорошие легендарки. Ну, не знаю, колечко вроде средненько считается, поясок. Ну, типа, пойдет. Откат сейва — это приятно на самом деле. К тому же такого значимого. 932 и левел артефакт. И 52 уровень артефакта, и вот, ну, почти 53 на самом деле. Сейчас сделаю вторжение, и будет 53. И я очень быстро вкачал ДК. Я делал вторжение на нем. Во время прокачки мне повезло, прокнуло 2 вторжения. Ну и вне стрима я занимался им. Добрые люди поводили меня по моему же ключику. Там 2, 5, 8, 11, потом казематы пошли. Вот и мне прокнул 13 нижний ярус. Все, что остальное, это уже когда оделся конкретно. Ой, а кто мне помогал? Мне помогал Дианарм. Мне помогал Дубец. Мне помогал Дипсоид. Аек помогал. Ну, модераторы, собственно, люди, которые преданные мне. Вот. Ну и там советами всякими, там вещами в рейде конкретно уже. Другие люди. Вам огромное спасибо, то, что вносите вклад в развитие моего рыцаря смерти. Да. Вторая легендарка. Я рад. На самом деле. Все классно. Жизнь налаживается. Да. Всех вам благ. Счастья, как говорится, там, здоровья. Всего-всего самого лучшего. Берегите ноги.